Помощи у Меркель не просил Саакашвили. Михаил Саакашвили, которого выдворили с Украины в Польшу, опроверг информацию о том, что просил помощи у немецкого канцлера Ангелы Меркель. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг сообщение о том, что призвал канцлера Германии Ангелу Меркель оказать ему поддержку в противостоянии президенту Украины Петру Порошенко. «Совершенно не понимаю, откуда взялась эта информация про канцлера. Кто вам об этом сказал? Я хорошо знаком с Меркель, но к ней точно не обращался», заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании «Рустави-2». Напомним, 12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Политика приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины. Саакашвили пообещал сделать Порошенко нерукопожатным за рубежом. В интервью немецкому таблоиду Bild Саакашвили заявил, что в Киеве на него напали мужчины в масках, похитили, угрожали и вывезли на частном самолете в Польшу. Он отметил, что за этой акцией стоит коррумпированный украинский президент. Саакашвили добавил, что если ЕС и в частности Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.